Чили столкновениями с полицией завершилась новая массовая демонстрация против системы образования. На манифестацию в столице страны собрались десятки тысяч человек. Акция началась мирно, однако затем вспыхнули стычки со стражами порядка. Те применили водометы и слезоточивый газ. Чилийские студенты и преподаватели уже не первый месяц протестуют против того, как в стране проводится реформа образования.